Новосибирские приставы сегодня охотились на должников на дорогах мегаполиса. В рейде участвовали и налоговики, и представители госавтоинспекции. Для выявления в потоке применили специальную систему «Дорожный пристав». Она считывает номера автомобилей и выводит на компьютер владельца машины и имеющиеся у него долги. На месте мы предлагаем гражданину оплатить имеющийся долг, а также применяем меры принудительного исполнения. Например, составляем акт описи ареста имущества на транспортное средство. Программный комплекс «Дорожный пристав» помогает вычислить из общего потока транспортные средства должников. Система, которую обкатали, позволила специалистам останавливать только машины должников. В Федеральной службе судебных приставов самый распространенный тип задолженности – алименты. В налоговой чаще всего взыскивают налоги на собственность, неоплаченные из-за забывчивости граждан. Данные рейды планируются на постоянной основе. Таким образом, чтобы служба судебным приставом стала для вас встречей неожиданной, рекомендуем своевременно узнать о наличии задолженности и погасить ее. Налоговую задолженность можно погасить на сайте ФНС России через личный кабинет налогоплательщика, либо через электронное приложение мессенджера «Налоги Фейл».